Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы на канале Mulet. И у нас сегодня тест-обзор на краску Fusion. Французская краска. Короче, я купил ее на Авито. Ну, к сожалению, в банке такие проблемы есть. Это когда сифонит банка, это когда уходит давление. Я не знаю, правда, искренне не знаю, будет ли они писать. Но я покупал на обзор, чтобы это снять, и было бы довольно-таки интересно. Сейчас я, в общем, буду здесь делать градиент. Надо сейчас брать фет и пробовать ее расписывать, будет ли она писать. Там, я так подозреваю, они, наверное, уже тоже залежали. Ну, поехали. Начнем, собственно, мы вот с такого цвета. Ну, что могу сказать, краска ложится очень-таки довольно-таки смешно. При том, что я сейчас фета. Плотность ее, ну, нормальная. Ну, видно, давление ушло. Вот почему я объясняю, когда давление уходит. Вот такой вот, когда с фета ты льешь очень тонко, видите? Вот. Ну, типа, если далеко отводить, то очень довольно-таки тоненькие линии. Заливаем. Объем я не понимаю, насколько будет это хватать. Мне понравились эти банки, потому что я увидел какой-то интересный рисунок на них и решил попробовать тестировать. Ну, жужжат, конечно, она уже почти пустая. Ну, покрыт не совсем плотный, как будто эмалька какая-то, но с добавлением как будто нормальной понтовой краски, как будто типа нету какого престижа вместе с артоном. Похож на старый артон. Прям, ну, звонка очень громко, прям. Прям очень громко, да? Прям громко шумит тоже прям. Потому что. Да ладно. Как раз вот эти 4 банки мне на маленький градиент. Даже 3, потому что 4-й белый пойдет на заливку головы. Ну да, приятно. Что-то мне уже краски не хватает, при том банка была полная. Это все из-за того, что нету давления в баллоне. Да? Она просто заканчивается из-за того, что не хватает газа элементарно. Ну да ладно. Минус еще одна. Но у меня голубой остается сейчас. Я не знаю, хватит ли верх прокрыть, потому что это будет очень довольно-таки смешно. Ой, классно, какое сочетание, а? Вот эти прям, блин, ну сочетание очень красивое. Ну, кстати, да, значит, все проблемы было в кейпе. Надо было новый кейп надеть. Вовремя об этом подумал. Неплохие банки. Я не знаю, каково они, когда именно не сифонят, но показывают себя хорошо. Вот прям, ну, я не знаю, по какой цене там они были куплены, но неплохие. Не, вот, не скажу, что прям какой-то, но не могу прям так выразить. Ну, осталось у нас, я не пойму, это пастельный белый или это вообще какой-то? Это какой-то кого-то... бежеватый. Бежеватый, да. Ну или да. Вот этот цвет нормальный, смешно. Напоминает на артон. Но здесь видно, что вот давление не уходило. Ну да, он банк-то и цельный, потому и не уходит никуда.
Ну вот сейчас как раз наглядная разница будет. Ну да, она вот и уже и виднеется, наглядная разница прям. Ну, кстати, и вот по-другому рисуют. Не из-за того, что там даже, ну, типа, кэп сменил, но мы даже голубой добивали, когда не так рисовал, как вот. Ну, собственно, тоже пустая, как можно услышать по звону. Пустая. Краска интересная. Не знаю, где вы ее найдете, но для того, чтобы ее наснять на нее обзор, довольно-таки было интересно ее найти. Я ее не специально не искал, просто увидел человека в объявлении, только думаю, блин, ну прикольно было бы снять на нее. Смотрю, еще тем более такие вот донаты цветные, типа как картон. Краска интересная, естественно, к сожалению, что давление просело давно в этих банках, ушло. Для коллекции кому-то будет очень забавно поставить такого котика, я бы сам поставил, но я не коллекционер, если бы коллекционер, у меня, наверное, было бы все, что еще возможно, с чем только не рисовали. Сказать, типа, покупайте, но я такого не могу сказать. Интересная краска, ну, типа, покупайте, потому что ее сложно найти, наверное, я нигде ее не видел в магазинах. Так что прикольная краска, которую можно обозреть. А вы подписаны на канал, ставьте лайки, с вами был Эр. И вот, собственно, такой вот пока получившийся результат. Конечно, быстрый расход из-за того, что и пропало давление. Так что до новых встреч.